Я сегодня видел свою первую учительницу и даже не подошел к ней. Я сегодня видел свою первую учительницу, я даже с ней не поздоровался, я не вспомнил ее фамилию, имя, отчество. Я даже не узнал ее. Да я вообще не хотел с ней здороваться. Она мне тройку за физкультуру, за четверть вывела. Ни у кого из первоклассников, я у них у всех спрашивал, не было тройки за четверть. У всех пятерки были, даже четверки не было. А мне тройку поставили. Я вообще не помню, за что это мне. Не помнит он, вся школа помнит, а он не помнит. Когда меня пацаны из соседнего квартала поймали и хотели бить и спросили, из А или из Б класса, я им ответил, что из того, где этот балбес, который в первом, ну вы помните. Они меня и отпустили, не помнит он, вся школа помнит, не помнит.